Приветствую вас, давайте мы для начала с вами назовем те проблемные ключевые точки, которые, на мой взгляд, присутствуют у вас, да, которые вот присутствуют в вашей личности. Первое, это, конечно же, неуверенность в себе. Потому что вы считаете, что если у вас проблемы по женским делам, то мужчина, он, соответственно, сразу же перестанет с вами контактировать. Вот, то есть вы боитесь этого сами, вы не уверены в себе из-за этого, и, соответственно, эту неуверенность, да, вы проецируете на мужчину, своего, вот. То есть неуверенность в себе – это излишняя зацикленность на личной жизни, которая, конечно же, крайне нежелательна, потому что зацикленность на личной жизни, ну, ни к чему хорошему не приводит, вот. Зацикленность в личной жизни приводит только к определенному негативу, приводит только к тому, что вам ну, будет не очень хорошо, к тому, что вы будете чувствовать себя, как, знаете, ну, как будто в ловушке какой-то. Вот, и так далее. То есть зацикленность в личной жизни, это первое, с чем вам нужно разобраться. Второе, это неуверенность в себе. Возможно, даже первое, это неуверенность в себе, а второе, зацикленность на личной жизни, То есть, почему личная жизнь для вас так вот так важна? Вот. Второе. Нет, даже третье. Это страх одиночества. Вы боитесь остаться одна. Человек, который боится остаться один, да, он, то есть он не чувствует себя хорошо наедине с собой, вот, и, соответственно, как он может дать, почувствовать, точнее, себя хорошо другому человеку. То есть, если вы боитесь остаться одна, значит, вы не самодостаточный человек. Если вы не самодостаточный человек, то вы нуждающийся человек, вот. Если вы нуждающийся человек, то, соответственно, вам нужно понять, в чем вы нуждаетесь и почему, да, то есть, в чем и почему вы нуждаетесь, вот. И уже, удовлетворив свои потребности, да, реализовав их, значит, в том числе и потребность в том, чтобы не быть одной, вот, тогда вы уже сможете выстраивать отношения куда более адекватно, вот, куда более полно и так далее. Вот. Понятно, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Следующее.
Следующее, о чем я хочу вам сказать, это о том, как вы выстраиваете отношения с мужчиной, да, то есть, ну, что вас связывает с ним. То есть, насколько вы воспринимаете мужчину, ну, скажем так, адекватно, насколько вы воспринимаете мужчину, значит, свободно, опять-таки, ну, вот, и чего вы от него хотите. Вот это вот ваше, боюсь влюбиться и остаться в итоге одной, так как переезд в другую страну не входит в мои планы. Вот. Ну так тут как бы нужно выбирать. Тут нужно выбирать. Вы либо выбираете себе иностранца для отношений и готовы психологически к тому, что ему придется переехать, что нормально. Либо вы выбираете себе в качестве партнера, да, мужчину, который, ну вот, собственно, живет, допустим, в России, да, и никуда переезжать не собирается. Вот. Так мне кажется, что история здесь, она вот пока. То есть вам для себя это нужно вот понять выбор, свой выбор, вот, чего вы хотите, чего вы боитесь. То есть, вы видите, у вас здесь противоречие есть. С одной стороны, вы в себе не уверены, с другой стороны, вы одна боитесь остаться, в-третьих, вы к переезду там не готовы. Вот. Понимаете? То есть, вот тут вам нужно разобраться в себе. Вот. Вы же даже мужчину-то не любите сейчас. У вас любви появится просто ниоткуда. А если вы его не любите, значит, он просто олицетворяет для вас ваши желания, которые у вас, конечно же, есть. Так вот и подумайте о том, что это за желание. Подумайте о том, как вы воспринимаете мужчину, что он для вас значит и так далее. И после этого уже можно выстраивать какую-то стратегию поведения. Вот. А до него, вот вы сказали, да, что вот вы познакомилась с мужчиной 4 дня назад, а до него, до знакомства с ним, вы как были? Вы же до знакомства с ним, скорее всего, были одна, правильно? Ну, наверняка вы были одна до знакомства с ним. В вашем понимании одна. И что тогда произошло? То есть, условно говоря,
что случилось, что изменилось, вот, сейчас, именно сейчас, что изменилось у вас, ведь что-то же изменилось, да, вот давайте подумаем, что именно. То есть тут вот есть такие непонятные аспекты. Непонятные, потому что противоречат друг другу. Вот. Я так думаю, что плачете вы, потому что стыдите себя. Стыдите себя за то, что у вас проблемы по женским делам. И из-за этого вы не чувствуете себя полноценной женщиной. Довольно обвиняете себя в том, что у вас проблемы по женским делам. И мужчина вам нужен. Причем иностранец, да, вам нужен для того, чтобы доказать себе, что вы женщина, что вы ничем не хуже. Иначе, почему вы после 4 дней знакомства начали обсуждать, у кого что со здоровьем? У этого же тоже какая-то причина есть. Почему вы начали это обсуждать? Случайно ли это было? Нет, не случайно. Я более чем уверен, что это не случайно. Ну так вот. Вот это то, что меня интересует. Это то, что меня интересует. Это то, что меня волнует. Как психолога. Вот. Это то, что я хочу знать про вас. Да? Так, значит, плачу, сижу и плачу, да, из-за чего? Что чувствуете? Какие чувства у вас? Вот. Давайте не будем гадать, просто пойдем от ваших чувств. Вы плачете, значит, есть какие-то чувства. Чувства явно негативные, чувства явно плохие. Что это за чувство? Вот. А желания какие у вас? Вот. Конкретно. Чего вам хочется? Вот. Подумайте об этом. Слезы – это фрустрация. То есть невозможность получить, что вы хотите. Или сверхмотивация. То есть, когда вы слишком сильно хотите что-то получить. Вот. Дальше. Познакомилась 4 дня назад с мужчиной-иностранцем. Так. Познакомились 4 дня назад с мужчиной-иностранцем. Хорошо. По поводу чего познакомились? Что вас объединяет с этим мужчиной-иностранцем? Вот. Вы знаете друг друга 4 дня, только лишь. Что вас связывает с мужчиной, да, иностранцем? Он здесь временно работает по контракту, его в любое время могут выслать в другую страну. Я ему понравилась, и он хочет со мной серьезных отношений. А как он видит эти отношения? Серьезные. Ну, вот знаете, да, то, что на таком раннем этапе, да, не говорят о том, что я хочу с тобой серьезных отношений, потому что это создает
атмосферу не очень хорошую для, собственно, отношений, как бы это ни звучало, как бы это вот ни звучало. Вот. Так чего же он хочет, мужчина? Как он видит? Для чего он заговорил про то, что хочет с вами серьезных отношений? Говорит, что у нас все будет хорошо. А как хорошо, Юля? Что он понимает под хорошо? Что вы понимаете под хорошо? Что он делает для того, чтобы было хорошо? А что вы делаете для того, чтобы было хорошо? Понимаете? Вот. То есть этот момент нужно обязательно учитывать. Потому что пока это общие фразы. Дальше, мы с ним разговаривали на темы здоровья. У кого какие проблемы? С какой стати, Юля, вот с какой стати вы разговаривали на тему здоровья? Объясните, пожалуйста, чем это обусловлено? Не то, чтобы я считал, что разговаривать об этом не стоит и не нужно. Не то, чтобы я бы так считал. Правда. Но я хочу знать, почему вы говорите об этом, да еще и так, собственно, рано. Вот. Дальше я ему рассказала про свои проблемы по женским делам. Угу. Вы считаете, что это адекватно так быстро рассказывать человеку о такой достаточно личной, достаточно интимной вещи, как, ну, ваши женские, ну, не дела, да, давайте делами называть их не будем, ваши женские проблемы, скажем так, или, или аспекты по женской проблеме. Вот. То есть, ответьте себе на этот вопрос. Это же ведь очень просто. Какой целью вы рассказали ему об этом? Именно чего хотели вы? Чего хотели? Что вам было нужно-то? По факту. Здесь. Что-то же было нужно. Очевидно. Дальше. Так, и сегодня он целый день не звонил. Ну, правильно, вы рассказали ему о своих проблемах. Находясь на такой стадии отношений, когда человек еще к вам не привязался, когда он еще не увидел вас личностно, зато увидел уже, что у вас проблемы. И эти проблемы, вполне вероятно, отдалят его от вас, потому что ему не за что зацепиться. Ему не за что зацепиться, кроме пока что вашей внешности. Понимаете, пока что вашего внешнего образа, а вы ему сразу про свои проблемы говорите. Нет, скрывать, конечно, не нужно, скрывать-то не нужно, вот. Но и говорить об этом сразу, может быть, тоже не стоит. То есть тут опять же вопрос, да, какую цель вы преследовали. Опять же, понравится, да, вот то, что вы понравились мужчине. Это же не значит, что он в вас влюбился сразу. Нет. Это значит только то, что человек испытывает к вам симпатию. Но это всего лишь симпатия.
То есть это не любовь, это не что-то такое. А то, о чем говорите вы, то, о чем говорите вы, это уже более серьезная привязка к вам должна быть в этом случае. И здесь у меня вопрос. А вы какой реакции ожидали? Вы какой реакции ожидали от мужчины? Вы ожидали, что после этого он будет вам звонить? Нет, я не верю вам. То есть я не верю в то, что вы действительно считали, что после вашего такого признания он будет вам звонить так же. С учетом того, сколько времени вы прообщались. Ладно бы, если вы прообщались там 2 месяца, например, и он бы вот так бы себя повел. Да, было бы обидно. Я тут согласен. Но не 4 дня. А значит, здесь есть что-то еще. Здесь есть что-то еще, о чем вы не говорите. Возможно, есть страх близости у вас. Возможно, есть подспудное желание, например, да, подспудное желание. Показать или доказать себе, вот именно себе вы хотите, может быть, доказать, что у любви отношений вы недостойны. Вот. Опять же, я в этом не уверен, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я не прав, я не знаю, я не берусь утверждать наверняка сейчас. Но, я думаю, что как минимум это варианты, как минимум это то, что действительно может иметь место быть. Вот, то есть, если вы боитесь близости, если вы боитесь, если вы неуверенно ведете себя с мужчинами, если у вас не получается построить отношения с ними, то здесь вот это, это страх близости и, соответственно, желание доказать себе, что вы недостойны того, чтобы быть с мужчиной в отношениях. Вот. Иначе, для чего бы вы так себя вели? Да, то есть слезы, это вот все, это какие-то ожидания от человека, завышенные ожидания, да, вы не можете не знать, что мужчине не нравится, когда на него давят, когда от него что-то требуют, вот, когда от него чего-то хотят, вы не можете этого не знать, и если вы все равно продолжаете как бы плакать, то есть еще больше отталкивать человека от себя, вот, то здесь только негативная установка на сближение с мужчинами. Вы выбираете себе таких каких мужчин, которые, в общем-то, не могут вам дать серьезных отношений. Вот. То есть это тоже не случайно. Это тоже не случайно, что вы вот выбираете именно такого мужчину. Вы причем, интересно, вы не говорите о том, что он, мужчина, в смысле, вам нравится. Вы говорите о том, что вы ему понравились, вот. А что он вам нравится, вы не говорите. И непонятно таким образом, из-за чего все-таки вы плачете. То что вызывает у вас слезы конкретно? Вот. Здесь, мне кажется, нужно исследовать. Дальше. Так, боюсь влюбиться и в итоге остаться одной. Опять же,
А что такое для вас влюблённость? Что такое для вас любовь? Да? Вот. Чего именно вы боитесь? Вы не боитесь влюбиться? Потому что влюблённость — это здорово. Возможно, вы боитесь остаться, но вы и до этого тоже были одна. Значит, влюблённость у вас напрямую связана с неодиночеством. А это на самом деле ошибочная позиция, потому что влюблённость к одиночеству отношения никакого не имеет. То есть они не связаны между собой. Ну, тут вы испытываете к человеку какие-то чувства, но это совсем не обязательно, что вы перестанете быть одна. Вот. И опять всплывает вопрос относительно того, как вы относитесь к себе. То есть, ну, принимаете ли вы себя, цените ли вы себя и так далее. Вот. Потому что, еще раз повторю, для отношений нужно, чтобы вы были самодостаточными. Вот. А самодостаточности у вас я не увидел. Вот. По крайней мере, есть только неуверенность, комплекс по поводу проблем по женской части. Вот. Страх одиночества. Вот. И, возможно, страх близости. То есть для вас вот влюблённость — это обязательно боль. Вы боитесь близости. А почему вы боитесь близости? А потому что у вас нет личных границ. То есть личные границы — это вот где я, а где другой человек. В отношениях вы, возможно, пытаетесь слиться с другим. То есть вы пытаетесь стать практически единым целым. Вот. В буквальном смысле. А это невозможно сделать, потому что человек всегда будет, человек всегда будет отдалять вас, как от этого. Человек всегда будет отстранять вас, то есть он будет говорить нет в каких-то моментах. Вот. И вопрос заключается в том, а вы-то готовы к тому, чтобы вам сказали нет? Вы-то готовы к тому, чтобы вам нет сказали? Вот. Мне кажется, что вы не готовы, как раз таки, к тому, чтобы вам сказали нет. Если вы не готовы к этому, то, соответственно, вот с этим как раз и нужно работать. Если вы не готовы к этому, то как раз вот на эту тему и нужно обратить внимание. Ну вот. Вот, значит, соответственно, то, что можно вам сказать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, значит, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если у вас остались какие-то непонятки, если у вас осталось желание поработать, если вы хотите разобраться в себе, то вам нужно выбрать себе эксперта и поработать с ним. Потому что ситуация здесь достаточно глубокая, я более чем в этом уверен. Вот, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.